Так, Ален, смотри, какая тут загадка. Тут. Ты хочешь сразу эту? Да. Ну давай мы сначала вот здесь быстро посмотрим. Угу. Здесь изображены поры року, да? Да. Это снег. Да, вот ты можешь на каждую картинку показывать, и что это за время года? Снег. Это когда бывает? Снег. Ну когда? Летом? Нет. А когда? Весной. Весной снег бывает? Нет. Зимой, наверное, да? Да. Это зима, да? Это весна. Смотри, нет. Листья облетают, ветер. Когда листья желтые? Ну, когда-то. Когда-то. Тоже вариант, да. Да. Может, осенью? Нет. Нет? Смотри, водичка. Водичка. А водичка когда бывает? Вот водичка, зелень, цветочки. Когда? Ну, я не знаю. Не знаю? Весной. Может, летом? Летом. Летом. А это что? Где? Вот это. Какое время года? Снег. Снег, да? Да. И птичка. И подснежники. Да. Это когда? Не знаю. Не знаю. Весной, Алён. Весной. Весной, да? Что, чебурашка упал? Упал чебурашка, да? Все упали. Все упали, да? Ну, я понял. Ну, хорошо. Давай. Давай. Давай еще. Давай, вот эту сегодня еще сделаем загадку, да? Это носочки-носочки. Смотри, нужно взять карандашик и соединить одинаковое. Носочки, да? Да. Перчатки, да? Между собой. Соединить. Угу. Дальше. Что это? Тоже какие-то носочки, да? Угу. Так. Что еще есть тут? Соединять надо. Вот такие носочки, да? Так. Шапочка, да? Почти такая, как у Аленки с бубончиком, да? Да. И что это? Перчатки, да? Да. Вот. Вот, все соединила. Молодец, да? Да? Молодец, Алена. Молодец. Давай что-то дальше. Молодец, молодец. Вот это. Алена. Что? Алена. Что? Скажи пока. 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 Давай.